А там заливчик такой. День сегодня замечательный обещает быть. Какой? А, залив. Коля он уже цепанул. Ну, походу. Вот вообще сейчас на голову опарыша взял. Специально не стал подсаживать. Я вот уже на опарыша без мотыля ловлю. Просто опарыш без мотыля красный. Да. Я уже 3 штуки поймал на голову опарыша. Он его не сшибает, по крайней мере. Да, Саня, опарыш? Не, у меня есть. Или ты на безмотылку хуяришь? Он целенький, я задел его. Так, я здесь. У тебя вообще оно трясется там, Володя, нет? Где можай рыбачил диалект? Здесь? В этом месте или нет? Нет. Где палатки вон стоят все? А, там подальше. Ну. Такая как-то, ага, я вот вообще остановил, он на остановке взял. Ну погода уже такая, ближе к весенней, да? Да, она что-то всю зиму весенняя. Маленько постоит. В марте? Ну передают по радио. Серьезно? Да. Говорят,
конце февраля уже руки. Паводки нас уже готовятся, блядь. Это хорошо, блядь, значит будем тут линии. А в марте, говорит, минус 30 ночные температуры. Как? В конце марта обычно уже заканчивают, да, по рыбалке. Ты чё? Езду, по крайней мере, на машине. Я рыбачил на море 1 мая. Я заходил. На лёд нахуй. В апреле ездили на машине. Мы в прошлом году, по-моему, в апреле закончили, да, Олег? В этом году такого не будет. Ну, конечно, в этом. В этом-то не. В этом году он только-только вот замерз буквально на месяц и все. Он лёд-то, блин. 21 апреля, помню. Ещё лёд был. В это время уже бура только-только хватало. А сейчас... Стойте там, это, или Женька, или кто там в канаву какая-то, блядь, только зубы лязгнули, нахуй. Это мы так по полю перли в траве, а трава выше капота, ничего не видно же было. Я бы шли специально туда попал. А там этот, там, короче, не то что люк, а там как на теплотрассах, вот такой квадратный, большой. Да, да, да. Люк. Он рассказывал, говорит, он открытый был. Смотри, где-то здесь прокатил меня. Он открытый был, как мы перескочили. Потом мы куда уперлись, вот на это, частее на остров, да? Где Толстихина нашли, потом еще что-то. Нашли, блядь. Ну что, а у нас это, еще пиво, две бутылки эти, 5-литровые или сколько оставались. А я не заметил, что они хорошие уже вквашены. Ну так, незаметно. Я говорю, пиво будете? Будем. Пизданули. И стакан опода в хлес, и обои лежат, спят, нахуй, готовы. Я говорю, это что они, блядь, нахуй? Он говорит, это они уже квашеные были. А так разговаривали, нормально, все, ну хватило, блядь, их по два, по три стакана пива треснули, и готовы, упали, нахуй. Попутешествовали. Здесь заехали, блядь. Там через нахал, через паром этот ебаный выехали оттуда. А парика дать тебе? Сейчас, да, наверное, попробуем. А вот вообще дело не в мормышке, а в опарыше. Да хер его знает. Без мотылку, да, рыбачь? Нет, я это сейчас подсаживаю. Он сейчас. Один попался, блядь, второй уже тычет, блядь, а не берет. Хваленый этот же, как река, там банан попробую. Оранжевый? С оранжевым кузиком. Ну это вот я оставил, только у меня капельки вот такие вот они. Вот я с утра ловил постоянно. Ну пока темно, хорошо работает. Ну на днем работает тоже. Ну вот потом это, вот это начинает работать, уралочка. Ой, ну вот тульская вот эта вот. Капелька. Не, не капелька. Вот это не капелька? А, да, капелька. Шарик мне что-то не стал работать. Потом побольше капелька тоже что-то. Не то. А вот эти поставки. Ух ты, блин. Гигантус. Я лежу, у меня там все это. Что-то уросить начинает. А там они все, блин. Еле-еле что-то, а? Его на лунку замочить, да я пробур. Я почему и говорил, что надо газовую горелку с собой брать, бля. Всю краску сожгешь так.
тебя ноги потом не болят так вот на корточках сидеть? Да я вот посидел маленько на ящике. Отошли. На подлинший коврик, раз, лег. Ну, это весной, это в марте. Калиматор стелит, лежит, дубач. А мне неудобно с этого ящика, он сильно высокий. Есть вот ящики низенькие, удобно. Этот высокий. Трясти неудобно. Неудобно, но... Есть ящики пониже. Да не, по-моему, все одинаковые. Таких только нет. Железные вроде поменьше. Слабины не давай. Они есть такие вот пластиковые, пузатые такие, но маленькие, неплохие. Но стоят дорого, сюда под трёшку. Да у него рот открыт. Опа, забагрился. А. Блин. За бороду попался. Нам татарам все равно как трясти. Я ты сам не подружил, ебано, тронуться не можешь нахуй. Видишь, по-другому, он более резкий бежит. Видишь, я стал как ставить посередине, одну или двоих дней, чтобы лежала леску колечко. Я у него себе рядом все проглядел, все, почему, как, почему оно так работает, все. Действительно удобно. А ты трясешь так, как я тогда вот делал, тогда показывал это все. Но тогда больше этих получается, ну, трясти вот так легче. По пальцу? Вообще легче, да, трясти, что я вот пробовал. Но все-таки его длину выставляешь побольше. Видишь, он маленько загнутый. Еще больше бывает делаешь. У него же вообще кивки вот такие вот длины, блядь, и так же ловит, и все, и окуня. А сегодня я вот так, Саш, раз. В той лунке поклевки. 5, 6, 8, дальше он тык. Потом у дна потряс. До 7-8 сосчитал и пошел кверху. Вот без мотылку тут одного поймал он. Не хотит. Или тыкнет. Вот он, тычочек. А взять не взял. Саня, снимай, красиво идет. Красавица. Кого? А это? Парня, вот она воздушная подушка, да? Быстро идет. Подушка, это не подушка, это лодка тоже. Лодка, да? Ага. Что все? Снимаешь. А как я сказал, рот в первый день, когда хоронил, я прям все же пиздюшанцы. Пиздюшанцы, говорит, подожди, блядь, нахуй. Началась у меня служба с чистки туалета. Я еще там, у нас 4 человека, блядь, нажрали себе в говно. Привезли нас. Хиха-ха, блядь, в стране. Хохотались. В обиде, блин, заработали, заработали. Ладно. Ну давайте, счастливы. Видим. Да. Пока. Да, пока. О, мало удочек, открываешь, блядь, еще. Чтобы вот тут не вязать, не мучиться.
так я и холодный не достал. Вставай. Я тебе быстрее так.